завершился наш конкурс. Пришло время подарков. Максимка! Вот я тебя и нашел. Иди сюда. Здравствуй. Здравствуй, мама. Ну, расскажешь для всех стишок? Давай, рассказывай громко. Бабу Дедушка Мороз, Вологодыся Боз, но спешит сегодня слишком вместе с внучкой и детишком. С неба падает снежок, а у дедушки мешок. В нем он каждому из нас попугалочку припас. Максимка, ты молодец. Я очень надеюсь, что ты будешь продолжать участвовать в нашем марафоне. Потому что в этот раз ты больше всех насобирал лайков. Но в следующий раз, надеюсь, тебя тоже увидеть с твоими работами. Заслужил. Поздравляю!